Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем ту же серию, которая обещает быть бесконечной. Это значит, что я не просто вам демонстрирую свои статьи, я их рассказываю словами, чтобы часть людей, которые, как я, способны эти статьи воспринимать на слух, вот, получили максимальную пользу. Сегодня 18 февраля 2001 года. На улице невероятная круговерть снежная. Как говорится, небо не видно. Вот, видимость чуть ли не ноль. Включаю телевизор, а там завалена Европа. Снег в Конго, как помню, это экватор. Завален Дальний Восток. Завалена Москва и все, что южнее и севернее. Везде морозы от 20 до 30, вплоть до самых южных стран, до Греции, которая находится аж там, где, как вы народчик говорили, Макар телят не гонял. И все это, этот весь ужас, необычный, потому что я не могу понять, откуда они столько снега берут. Не понимаю все, там на небе, откуда столько снега берут. Вот. И страшная участь ждет тех, кто все эти годы со звериной, не злобой, а почему-то со звериной любовью, так можно выразиться, калечил деревья, и расплата вот сейчас. Увидите, как импортные отравленные яблоки, груши, сливы, абрикосы, персики подорожают. Потому что в этом году урожая там не будет. Исходим из этого и продолжаем учиться, 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 как завещал великий Ленин. Вот. Ну и заголовок, как вы видите, такой, что Итак, вышли мы все из народа, дети страны трудовой. Когда-то, с довоенных годов, решением сталинского правительства на основе колхозов было создано 2000 селекционных научных участков. Вряд ли они принесли пользу в эпоху безграмотности крестьян и гонения на генетиков. Вот. Представляете, что хотели, чтобы колхозы селекцией занимались. Затем пора разочарования и, наконец, высокая, в скобках академии, и даже практическая, НИИ и ГСУ, наука, стали закрытым орденом, засекреченным до предела. Это я сейчас понимаю, что секретность скрывала вяло текущую работу по принципу «гора родила мышь». Причем мышь – это гора бумаг отчетов и мизерные тиражи книг, и никакой ответственности за неродившиеся и исчезающие сорта. А параллельно садоводы-любители вытворяли такое, что не влазило ни в какие схемы, догмы, запреты и законы Менделя. И культурные сорта с превосходными качествами плодов упорно лезли и лезли на север и на восток. И сейчас уже завоевали бы Урал, Сибирь и Дальний Восток и стали бы привычны во всех дачных участках, если бы не выросло именно практической науки. Более 100 лет ученые с научными степенями и с погонами, вплоть до профессоров, учат миллионы простых людей, как калечить и убивать плодовые деревья. И даже, чтобы они не родились вовсе. И не верю, что победила. Едим отраву из-за бугра. Самое странное и самое страшное, что бесчисленные толпы научных работников за сотни лет так и не догадались, почему нельзя глубоко закапывать семена, садить деревья в углубление, зачем нужна нетронутая лопатой почва дерн и не искалеченная секатором и пилой крона, я забыл сказать, корни, и еще сотни почему. Объявлена война деревьев не на жизнь, а на смерть. Я долго молчал, и только когда мне стукнуло 50, начал писать и публиковаться. Видит Бог, я не собирался воевать с наукой, бить лежачего, не в моих правилах. Но даже в агонии она, наука, не приняла протянутой руки. 7 лет назад меня крупнейшая газета задарила вниманием, званиями, премиями и гонорарами. Вот, кстати, последняя премия была 15 тысяч, по тем временам это было, да, 7 лет назад, а фактически, учитывая, что сегодня 2015
21 год, 21 год, 3 века, 2021 год, то получается это было 13 лет назад. Видите, уже тогда я кричал криком. Крупнейшая газета, а, кстати, сейчас я могу сказать, потому что она уже не крупнейшая. Ладно, пусть живет главный редактор. Задарила вниманием, званиями, премиями и гонорарами. Затем, как отрезано, неугоден, главного редактора подвергли критике. Понимая, что влез в классный ряд остепененных авторов, в скобках со свиным рылом, я перестал туда слать свои статьи. Прошли годы, и недавно я все же не удержался и послал туда несколько материалов. А редакторы, видя, что я пишу, вроде бы убедительно, но наоборот. На всякий случай, в свою очередь, отправили их на рецензию известному садоводу, доктору наук. Вот. Сказать, где он процветал, северо-запад России. Озвучить ответное письмо и фамилию автора всему свету я не имею морального права. Вот. Но его странное письмо, научный редактор этой крупнейшей газеты, фамилию опять же не называю, прислал его письмо вот этого критика, доктора наук, в рукописном виде. Я еще удивился, что он, видимо, и компьютером все не владеет. Вот. Только надеюсь на мою деликатность. Поэтому здесь ни города, ни фамилии того, ни фамилии этого, и не это самое, и не название газеты. Но его странное письмо, ответ в редакцию, храню для потомков. Цитирую выборочно. Это доктор наук, это наш современник. Вот. Его железо... А, вы уже видели на моем сайте эти самые фотографии? Я сам, когда включаю фотогалерею, вот, мне хочется ущипнуть себя и выпить валидол. Я все еще не верю, что это я сделал. Его железо попытки повесить морозостойкость южных сортов прививкой на сеянцы Сибирки навряд ли будут успешны. Ну-ка. Навряд ли, то есть, он же видел все это. Я ничего понять не могу. Он же видел, ему же прислали мои материалы на рецензию. И при том, что мы в Хакасии уже 40 лет прививаем на Сибирке, получаем сумасшедший урожай и снабжаем крупноплодными яблоками соседние регионы. Вот. Кстати, то время прошло, пришел черный рак. Пришел, видимо, вместе с импортными саженцами. И сейчас от этого самого. Но мне легче было пережить. Мне не то, что как у других. Год за годом погибали деревья, погибали тысячами. Мы же были фруктовым раем, лучшие в России. Мы, сибиряки. Вот. Но мне повезло, в каком плане, в кавычках. Мой сад сожгли ребята на мотоциклах. В те лихие годы. Поэтому... То, что вы видите, это становится и мифом, и легендой. Вот. И есть основания теперь мне не доверять. Вот. Теперь он дальше цитирует этого суперспециалиста. Доктор наук. А я металлург. Я всегда подчеркиваю, я металлург, но зато я лучший, у меня есть диплом лучшего изобретателя города Норильска. Значит, мозги-то все-таки есть у металлурга. Итак, цитируем опять этого. Новизна, в кавычках, Железова, клоновая селекция, мне непонятно. Вот. Мне тоже было непонятно, пока в результате четвертьвековых наблюдений не убедился, что так же, как и семена, каждая почка неповторима, в том числе и по морозостойкости, и может использоваться выборочно для селекции. Почка. А на фото 2 у меня, клянусь Богом, что неукрывные персики, это в Сибири. Вот они. Вот. Пару слов опять отклоняюсь. Дело в том, что вот эти деревья, у них было 4, 5, 5, а под 5 чужого сорта, это хасанские, то есть другого сорта. Вот. Зимой, вот как раз после этого, я все веточки отрезал и продал. Именно потому, что сожгли мой промышленный сад, и у меня кроме пенсии ничего не было. И когда я продавал, я работал в двух детских садиках, в каждом на полставки. Там получал по 3000 рублей, имея лучший сад в России.
Вот. Но на тот момент, да и сейчас никому не нужны. Вот. Так что вы видите, это тоже. Все веточки были отрезаны и проданы. Вот. Ну, я надеялся, что выживут, но не выжили. Страшно, когда дерево срезается от 50 до 70 веток. Цитирую опять того самого. У меня есть 14... Вот это вот меня все убило. У меня есть 14 сортов абрикоса. За 8 лет ни один не дал плодов. И постепенно зачахли и погибли. Вот это довод. Вы понимаете, он там сам... Вот это довод, чтобы не дать печатать мои статьи. И ведь добился же своего. Вот почему крупнейшая газета перестала меня печатать и этим задержала прогресс. В прямом смысле говорю, громко говорю. Ну ладно. А у меня, кстати, то, чего не может быть никогда. У меня, уважаемый имя Рек, в 13 году получилось 300 ведер отборных абрикосов. В чем мне трудно убедиться. Телеканалы съехали с 5 городов, и их видеоролики есть в интернете на моем сайте. У меня несколько десятков фильмов, снятых телевидением. Тут уж в Крым не съездишь, в тихушку. Вот. Даже телеканал «Культура» из Москвы приезжал на съемки. Вот. Только знаете как, уж я их и коньяком поил, и я их так встретил, их так проводил, сколько я им подарил фруктов. И говорю, ребята с телеканала, вот, они мне жаловались, ну, после второй рюмки. Ну, что делать? Ну, да, телеканал, вы же извините, телеканал «Культура» не самый рейтинговый. А я на это отвечал, преподнесите вот это как мировую сенсацию, что, чтобы это было, как, знаете, начинается фильм перед этим, вот, внимание, мировая сенсация, мы из Сибири, мы от Железова. Это такое чудо, это сказка. У него 300 ведер только абрикосов, а их деревьев-то несколько десятков, вот, абрикосовых. Вот. И они это такие, мы журналисты объехали весь мир, мы такого нигде никогда не видели. А это вот. И ведь можно было грохнуть этой сенсацией. Уже на другой бы день поехали ученые. Мы бы договорились, они бы все это на паях перевели на научный язык, потому что это, язык у меня простой, сами понимаете. А наука не признает обычного языка. Нужно, чтобы непонятно было. И вот, я не шучу, так и есть. И вот, значит, ждал я, ждал. Вот. Не пожалели, написали, позвонили. Константин, смотрите фильм. Посмотрел. А что там, ну, походили, посадили. То есть, 90% того, что наснимали, вырезано, само собой. Ну, что им было жалко того времени ради сенсации-то. Получился обычный серенький фильм. Даже непонятно толком, что в Сибири. Хакасия. Так же, как путают. Красноярский край. Вот. Я сейчас вот это сделал на Красноярском крае. Через Енисей мой сад. В Красноярском крае, Шукшинский район. Так путают с Краснодарским и считают, что это я там выращиваю. А в Краснодарском крае близко никто не может это вырастить. Представляете? Вот после такого вступления идем дальше. Последний аргумент ученого особенно хороший. В переводе на простой язык эта фраза означает, что раз у него, ученого-профессионала, доктора наук, подчеркиваю, погибли, то на этом мы, сибиряки, должны прекратить выращивать абрикосы, раз у него погибли. А уже полночащие срубить, что ли, раз они не погибают. А мои статьи надо отправить в мусорную корзину. Ну и, конечно же, маститый садовод добился своего. Там они в мусорной корзине и оказались. Невежество и предубежденность победили в очередной раз. Вот. Вот так, поэтому мы с вами, нас считают лапотниками. Самое обидное, что имя Рек и вместе с ним еще 300 тысяч читателей так и никогда не узнают, почему у него погибли абрикосы. Ведь в моих статьях было, почему погиб. Может, ему обидно было читать, как, господи, я же дурак, он не дурак, он по-своему умен, только он... Это, видимо, у него другая полушария мозгов развита. Вот. Теперь дискутирую с опустившими руки садоводами сырой Прибалтики, где, кстати, и погибли абрикосы у доктора наук. Феноменом является наш абрикосовый рай, поселок Черемушки. Его заваливает снегом, заливает дождями из-за близости огромного водохранилища СШГС.
И, наверное, самое теплое сырое место в Сибири редко до минус 35. Казалось бы, ну какие к черту абрикосы в таком сыром месте? Это я сравниваю Черемушки рядом водохранилище с Прибалтикой. Но там горы и лишняя вода не застаивается вокруг штамбов. Видите, как я подчеркнул? Там горы. А стекает с крутых горных садов, как с гуся. Чем не повторение климата Приморья и Прибалтики? В Черемушках за 30 лет не было урожая абрикосов, только однажды, почти не было. И, увы, европейских ученых там не было и не будет. Вот. Времена Вавилова прошли. Ой, кстати, недавно умер самый именитый черемушкинец, не с точки зрения должностей, а выдающийся садовод Боднар Борис Иосифович, мой друг. Недавно мы его похоронили, кто-то уже знает, есть фильмы мои о нем. Наберите Боднар Борис Иосифович, садовод Боднар Борис Иосифович, и вы побываете в Черемушках, в сырейшем месте, с климатом, который повторяет климат Приморья и Прибалтики, вот, и которого черешни, которого я рассказывал, один из эпизодов, как он срубал 15-метровую черешню, не нужен науке. У основания штаб остался пень почти квадратный метр. Представьте себе. Времена Вавилова прошли. Оторваться от высоких кресел и поехать нет, не в дикие горы, терпя решение, а на готовое, вполне цивилизованные края. Вот. Такое больше никому не приходит в голову. Ну что, давайте так. На этом я, вы не любите длинные, как я раньше начинал, многочасовые рассказы. Поэтому с этим рассказом мы сейчас закончили. Так, и все. А следующий фильм будет следующий фильм.